Доброе утро! Сегодня у нас суббота, 2 марта. Приготовила завтрак. Шпинат, яйца, бутерброд, огурец и смесь зелени. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и прекрасного выходного дня!
Папа, ты чё Боню обижаешь? Чё ты Боньку обижаешь? Иди сюда. Нельзя. Нельзя. В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за ваши многочисленные комментарии, слова поддержки, советы хорошие. Все услышала, все буду использовать в правильных, нужных целях. Ну, в конце видео я написала, что я смогла продержаться 8 часов вчера, а вечером я все-таки курила. Не так много, как обычно, но курила. Сегодня Леша на работе. Я попросила его забрать сигарету с собой, чтобы у меня не было возможности курить. Сейчас уже 12 часов дня. Я не могу описать свое состояние, но такое чувство, как будто какая-то тревога. Можно сравнить ее с тем, что вы что-то забыли, либо что-то потеряли, и пытаетесь в мыслях вернуться в какой-то день, в какое-то время и вспомнить какую-то очень важную информацию. Вот у меня вот такая какая-то паника, беспокойство, что я что-то потеряла или что-то забыла. Очень сложно пить кофе, потому что всегда кофе ассоциируется у меня с сигареты. Я не получаю сейчас того удовольствия от кофе, как получала раньше. Настроение пока нормальное, но вот нет концентрации внимания. Я начинаю понимать, что не могу себя чем-то занять. Нужно срочно придумать какое-то занятие, которое бы отвлекало от дурных мыслей. Спасибо вам большое за поддержку. Вместе мы справимся, я уверена. Мы подумали и решили выйти на улицу прогуляться, выветрить негативные мысли из головы, отвлечься. Тяжело, ребятки, правда. Все мысли только об этом. Я терплю. Фиксика с собой взяли. Чё ты дрожишь, Фиксик? У него такой костюмчик красивый. Такой морячок. Путь держим в Голосеевский парк, там ни разу не были. Хотим проверить, что же там интересного есть. Хотя многие говорят, что это не парк, а даже лес. Но хотя бы разузнаем, как туда ходить. Маршрут проложили недалеко, 10-15 минут пешком. И Фисику с нами. Фисику. Какой-то здесь или отель, или ресторан. Не знаю. А может быть, два в одном. Голосеевский двир. Карусель. Конечно, еще не может порадовать нас Голосеевский парк своей красотой, потому что деревья еще без листочков. Но все же свежий воздух, и мы сейчас туда глубже зайдем, вы услышите пение птиц. Я уже их отсюда слышу, но шум машин, конечно, заглушает это все. Прикольно.
Ой, ребятки, мы тут шли-шли-шли и озеро нашли. Но оно от нас далеко, я хочу спуститься ближе туда. Прикольно. Да, площадь, конечно, этого парка огромная. Представляешь, как тут будет красиво, когда будут листья на деревьях? Огромная площадь. И Фисика тут гуляет. Фисику нравится. Да, Фиксик? Хорошо так, да, скажи? Ух ты! Есть улица, есть деревья. Вот так вот, так вот, да. Вот там много всех. Я довольный, скажи, пес. Самый довольный на свете. Вот такой, да. И гавкать я могу. И бегать я могу. Ладно, пошли спустимся ближе к озеру. Класс. Прям пейзаж для картины. Немножко, конечно, оно запущенное, нечищенное, но все это поправимо. Мы уже с собачкой познакомились. Вон она уже, уже где собака. Быстрая она. Водички попила. Молодец. Да, я не рекомендую спускаться. Чего? Проломлено. А ребенок туда спускался, нормально. Вон, видишь, там уточки плавают. Вдалеке, не знаю, получится у меня приблизить или нет. Да, нормально. Можно туда подойти к ним. Как красиво, ребятки. Пришли мы к уточкам. Там он и рыбачок есть. Надо Лёше предложить на рыбалку сходить. Красота. Вот это, кстати, мальчик и девочка. А девочка не яркая такая, серая. Серая шейка. А вот яркая, по-моему, это мальчик, насколько я знаю. Класс. Мы шли-шли и пришли. Тут еще большая часть озера. Вот тут мы шли все по тропиночкам. Кстати, очень много людей с животными, с собаками гуляют. Вот эта часть еще больше и такая, мне кажется, она более облагороженная, что ли. И тоже уточка плавает. О, тут, кстати, появился запах хвои, потому что деревья хвойные. Прикольно. Да тут красота, конечно. Озеро, сосны, солнце. Вообще, обалдеть. О, тут даже в настольный теннис можно играть. Ну, обалдеть. Еще один дружок. Девочка. Колесо обозрения, которое не работает, я так понимаю. А летом оно тоже не работает? Мы же тут приезжали редко, поэтому не видели. Может, и работает. Вот видишь, где есть кофе? Там, где есть кофе, там сразу очередь. Да. Соня, как ты относишься к тому, что я пытаюсь бросить курить? Замечательно. Великолепно. Я жду этого 2 года.
Ну, да. Без меня тут порасслаблялись. Угу. Да, Соня была в Латвии. Говорит, если бы я была в Киеве, я бы этого не допустила. Да-да, распустились совсем. Хотя, ребятки, вполне возможно, что оно работает, потому что оно не в печальном состоянии, довольно-таки прилично. И тут еще есть аттракционы, вот часы работы написаны. Хорошо. Да. Заборчик, и там какие-то вон объявления есть. Поэтому я думаю, когда сезон, все это работает. Обязательно сюда придем летом и покажем вам сравнительное видео. Как и что. Видите, оно укутано на зиму. Да. Там фонтан, он работает? Нет. Ясно. Так, вот это вот здание Эвар. Оттуда такой аромат шашлыка идет. Боже, вы даже видите, наверное, дымок. Дымок окутал потолок. Мама. Ну, я ж в хорошем смысле. Вот фонтан. Ну, я надеюсь, он летом работает. Да. Красиво будет, да. Там закрыли. Получается, мы практически прошли по кругу весь Голосеевский парк. Да, кормушечки. Да. А вот они. Ой, как пахнет дымом. Ой-ой-ой. Я в мае сюда прибегаю. Прям прибегаешь? Бегу. На шашлык? Да. Хорошо. Значит, с папой вместе придем, будем кушать шашлык. Фисика уже на руках у меня, он уже устал. Я думаю, по-моему, не ходили. Шашлык не ели. Не, не ели. Вот. Я в 22-м тоже не ела шашлык. 2 года подряд не есть майские шашлыки. Это вообще, это не это преступление. Это наверное, какой-то памятник. Видишь, мешки. А вот и название, к которому мы хотели подойти, с сердечком. Да. И дом на острове. Это. Да. Вот эти вот дома, это ориентир, там, где мы живем. То есть мы не заблудимся никогда. Если ты увидел эти дома высотные, значит, где-то там наше построение. Хорошая погода сегодня, вообще замечательная. Тепло, легкий ветерок. Ты не замерзла? Нет. Вообще идеально, да. Прям чувствуется, что весна. Очень-очень. И вот, я люблю Голосеев. Тоже какое-то растение пахнет, да? Да. Вот это, наверное, такое травяное прям. Угу. Классно! Классно погуляли, да. Соня? И вон еще дома, те, которые у нас видно. Да. Вот это. Так что, парк, жди нас летом, когда потеплеет, ну или в мае. Мне понравилось. Необычно. А озеро вообще шикардосное. Продолжаю вести свой дневник без сигарет. Уже 5 часов вечера. Получается 17 часов я без никотина. Еще раз повторю, что вчера до вечера я смогла продержаться, вечером я курила. А сегодня у меня даже нет возможности курить, потому что сигареты нет дома. Я боюсь вечером. Я уже Лёшу предупредила, ни под каким предлогом сигарету мне не отдавать. Состояние такое, знаете, тревожности, потерянности. Нет спокойствия в душе. Вот я бы так описала это состояние. Я задаю себе вопрос, хочу ли я курить. Не знаю, как на него ответить. Мне просто не хватает в руках
сигареты, мне не хватает дыма, который я выпускаю. Вот именно вот этого процесса мне не хватает. Ну, наверное, это и значит, что я хочу курить. У меня не болит голова. У меня нет слабости, но у меня вот какое-то потерянное чувство. Тревога какая-то. Не знаю. Но если честно, я думала, что будет хуже. Я говорю, самое главное продержаться сегодня вот до самого вечера и до завтрашнего утра. Потому что с каждым часом это влияние отсутствия никотина в организме уходит на нет. Вот первые 72 часа самые-самые тяжелые. Кто-то там писал в комментариях о кашле. Вот электронных сигарет, по крайней мере, у меня никогда не было кашля. От обычных сигарет, да. Однозначно. Особенно утром надо прокашляться. Это ужасно. Вот. По общему состоянию от электронных сигарет, конечно, нет такой побочки, как от курения обычных. Но вред от них колоссальный. И куришь ты их намного больше, чем обычных сигарет. У меня даже есть эволюция в курении электронных сигарет. Я помню, что я заряжала раньше картридж раз в 2 дня, раз в 3 дня. А сейчас, я не знаю, может быть, из-за того, что картридж эксплуатируется, вата, которая там находится, ну, типа ваты, пропитывается этой жидкостью и за счет этого быстрее испаряется, я не знаю. Но вот сейчас я могу заряжать картридж 2 раза в день, 3 раза в день, заливать жидкость эту. А раньше я это делала раз в 2-3 дня. Может быть, в ходе эксплуатации сигареты она больше расходует этой жидкости, я не знаю. Я не буду утверждать, потому что не понимаю весь механизм. Вот, но то, что я практически постоянно курила на протяжении целого дня, это факт. На работе, там между пациентами, понятно, что не во время приема, это понятно. Ну, а так целый день дома. Поэтому вот эта привычка в руках что-то держать, даже не в руках, а во рту, да, можно так сказать. Вот это самая главная проблема. Таблетки, жевательные резинки я пока не покупала. Пока обхожусь без них. Посмотрю, как будет дальше. Сейчас буду смотреть фильм, о котором вы писали. Я его уже вчера находила. Легкий способ бросить курить. Здесь прикреплю скриншот вам, кому эта тема тоже интересна. А судя по комментариям, я не одна такая. Девчонки, вы молодцы, кто принял такое решение вместе со мной. Давайте, я вас верю. У нас обязательно все получится. Удачи. Послушайте, эта тюрьма вредит вашему здоровью. Ваша жена и дети очень беспокоятся о вас. Будьте благоразумны и уходите из этого места.
Доктор говорит явную чепуху. Но разве слова не те же, когда доктор пытается убедить курильщика бросить? Не волнуйтесь. Я не буду использовать шоковую терапию. Она не работает. Курильщики вовсе не глупые. Вы знаете, что курение вас убивает и дорого обходится, вам часто это говорили. Это вынуждает вас хотеть бросить, но не помогает так поступить. Разве диета делает пищу менее ценной? Нет, более того. Стресс заставляет вас хотеть курить. Скажите курильщику, что курение его убивает, и первое, что он сделает, потянется за сигаретой. Заключенному нужна не лекция, а ключ от его тюрьмы. Курильщики находятся в том же положении, и метод Алена Карра и есть ключ.